Яркие флаги, нарядные школьники, ветераны Великой Отечественной, автомобили, спецсвалы, ГИБДД, песни времен войны. Говорит, можно услышать в любой житель города, проходивший в среду мимо Дома культуры. Именно здесь состоялся торжественный старт автоколонной Люберецкой школы Ростова-Саав по боевым местам под Москвой. Молодежь должна помнить, каких встречались с ветеранами, слагались в памяти Москвы, рассказывали школьникам о событиях тех далеких лет. На среду пришлась кульминация автопробега. Этот день мы приближали как могли. Его участники, преодолев границы и расстояния, встречались на Поклонной горе. Не остались в стране и люберчане. Перед выездом из города ими был организован торжественный митинг у стен Дома культуры. В честь великого праздника Дня Победы, в честь всех ветеранов. Представители Люберецкого отделения Ростова-Саав двинулись в сторону Одинцова. Там они